Всем привет, дорогие друзья! С вами Юлия Шишкина и добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы разберем одну из моих любимых композиций, очень классных, ритмичных, зажигательных. Это композиция Херби Хэнкока «Cantaloupe Island». Ну что, погнали! Итак, самое главное в этой композиции – это выучить ритмический, очень красивый риф в левой руке. И, собственно, у нас здесь всего лишь три аккорда, простая мелодия в правой руке, и понять, как это все ритмически распределяется. Вначале у нас идет вот такое красивое вступление. И дальше у нас начинается мелодия, и этот же риф повторяется. В чем сложность? Сейчас мы его сначала начнем играть двумя руками. Двумя руками его сыграть достаточно просто. А дальше нам нужно поменять немножечко руки и сыграть весь этот риф одной левой рукой, а в правой мы будем с вами играть мелодию. Итак, начнем с простого, играем риф двумя руками. Вот наш с вами риф. Итак, левая рука играет нотка фа, до и ми бемоль. И вправо у нас аккорды фа, ля, бемоль, до, потом фа, си, ре, фа, си, бемоль, ре, фа, до, ми бемоль, и возвращаемся обратно. Фа, си, ре, фа, ля, до. И в левый фа, до, ми. Теперь смотрим, как это все распределяется ритмически. Раз, и два, и три, и 4 и. То есть фа у нас в первую долю раз и. Аккорд идет на и. Раз и два и. И второй наш бас, нотка до, она идет на два и. Это очень важно, она как раз придает вот эта слабая доля вот такой вот интересный, классный ритм, синкопированный этому произведению. Раз и два и. Три и. Четыре и. То есть фа, си, ре совпадает с ноткой ми бемоль. Раз у нас с вами три такта повторяется эта фраза. И на четвертый та же самая фраза, но мы ее с вами сыграем одной левой рукой. Смотрите, как я сделала, чтобы можно было сыграть достаточно просто только левой. То есть бас фа, потом мы перескакиваем вот сюда на этот аккорд фа, ля, бемоль, до. Играем фа, ля, до, фа, си, бемоль, ре. И дальше наш бас до. Дальше аккорд фа, до, ми, бемоль, ми, ре, до. Вот и все. То есть мы не играем нотку ми, а играем просто аккорды. И по ритму у нас абсолютно то же самое. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Все, теперь у нас левая рука независима. Мы играем этот риф только левой рукой. Правой мы играем мелодию. Вот наша такая первая большая фраза. Дальше мелодия будет такая же, только мы поменяем бас на ре бемоль и будут другие аккорды. Итак, давайте разберемся с правой рукой. Фа-фа из-за такта. Это начинается на счет 4. 4 и раз. Возвращаемся к правой руке. Фа-фа. Я играю эту мелодию сразу октавами. Если у вас не получается, можно сыграть одноголосую мелодию. Вот наша с вами мелодия. Все. Фа, фа, ля бемоль, си бемоль, си бемоль, си бемоль, до, ми бемоль, фа. Все. Теперь давайте разберемся, как она совпадает с левой рукой. Итак, как я уже сказала, две первые нотки фа это у нас за такт. Раз. То есть фа, фа, раз. То есть нотка ля бемоль совпадает с аккордом фа, до, ми. По счету получается вот так. 4 и раз, и два, и три, и четыре. И следующий такт абсолютно то же самое. На аккорд фа, до, ми у нас идут октавы си, до, ми, фа, си, до, ми, фа. Ми, фа получается на смену аккордов. И
дальше у нас пустой такт идет еще нашего рифа фа-мажором. И дальше опять будет такая же мелодия из-за такта. Давайте резюмируем сначала мелодии. Дальше уже будет другая часть. Итак, смотрите, мы с вами по гармонии в левой руке переходим на другой аккорд. Это аккорд ре бемоль мажор. Вот такой вот красивый. И будем мы с вами играть вот такой риф. Ре бемоль на басу. Вот такой аккорд фа, ля бемоль. До бемоль правильно назвать эту нотку, но я для простоты скажу, что это си, чтобы каждый раз не говорить до бемоль. Фа, ля бемоль, си. Переходим в ре бемоль. Дальше бас ля бемоль. И аккорд фа ля бемоль, си ми бемоль. И ми бемоль, ре бемоль, до бемоль. Мы идем по тону вниз. Вот эти вот нотки нижние, они остаются. Еще раз, вот наш риф в левой руке. Раз, и два, и три, и четыре, и... Все, и у нас теперь четыре такта идет этот риф. Правая рука играет такую же мелодию фа-фа, ля бемоль, си, до, ми, фа. Все. Те же доли, все абсолютно так же ритмически. Соединяем. Дальше повторяется опять 4 такта фа-мажор. Итак, наша такая с вами среднепромежуточная часть, она вообще принципиально отличается от всего, что в этой композиции. Правая рука играет очень простые фразы. И вот такой аккорд. Значит, форшлаг, си-до и ми-бемоль. До-ми. И аккорд вот такой, квартаккорд соль-до-фа. Пам-пам. А левая рука играет ре-ля-ре. Вместе получается очень такое интересное звучание. Раз, и два, и три, и четыре, и... Вот такая здесь ритмика в аккордах. Раз, и два, и три, и четыре, и... Раз, и два, и три, и четыре, и... Раз, и два, и три, и четыре, и... Дальше мы переходим опять на фа, играем его четыре такта. И дальше можно попробовать поимпровизировать на вот эту замечательную нашу гармонию, играть в левой руке риф. И попробовать сыграть просто целый квадрат гармонии в левой руке, а в правой по блюзовой гамме поимпровизировать. Это я так говорю для продвинутых, но вот наша тема в целом от начала и до конца. Друзья, спасибо большое за внимание. Надеюсь, что этот урок вам понравился. Если да, поставьте, пожалуйста, нам лайк, напишите комментарий, как вам вообще такая музыка, насколько было просто или сложно. И жду ваши комментарии, пожелания, чтобы вы хотели еще разобрать. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Мы выпускаем новое видео каждую неделю. И подписывайтесь на мой инстаграм, там я тоже публикую много всего интересного по музыке. С вами была Юлия Шишкина. Отличного вам дня, до новых встреч. Пока-пока!